Министр культуры Борис Светлов с рабочим визитом посетил Речицкий регион. Министр побывал на объектах учреждений культуры, где ознакомился с их работой. Особо тепло встречали высокого гостя в детской школе искусств. В детской школе искусства министра культуры встречал детский коллектив хор народной песни «Зорочка». Для почетного гостя дети исполнили белорусскую привитальную песню. Также министр культуры посетил занятия преподавателя Тамары Рожиной. Дуэт под ее руководством «Виват» в составе Стаса Ушкина и Ромы Жукова известен далеко за пределами Речицкого региона. Юные музыканты являются лауреатами и победителями международных конкурсов. Общаясь с представителями средств массовой информации, Борис Светлов подчеркнул, что нынешний год в плане культурных мероприятий будет не менее насыщенным, чем объявленный годом культуры 2016 год. Целый ряд наших коллег из других государств, посмотрев на год культуры, сказали, мы хотим тоже провести вот год культуры, там Италия здесь в Беларуси, и австрийские сезоны здесь в Беларуси. Вот эта вот волна, которая хорошая волна, она пошла, я думаю, мы ее поддержим и реализуем. У нас одно из ключевых мероприятий, которое тоже состоится еще в первом полугодии, это открытие Белорусского культурного центра в Пекине. Мы сейчас готовимся к этому. Это будет тоже реализация тех указаний, которые мы получили в результате общения глав двух государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Си Цзиньпиня, когда в 2015 году происходил этот визит. И вот сейчас мы реализуем его уже на практике путем открытия такого центра. Кстати, форма центров открытия приживается. Мы несколько лет, в 2015 году тоже открыли центр, информационно-культурный центр в Исламабаде в Пакистане. А буквально вчера у меня был посол Пакистана, с которым мы договорились открыть в ближайшее время, в течение 2-3 месяцев, аналогичный информационно-культурный центр Пакистана у нас в Беларуси, в частности, в Национальной библиотеке. В интервью Борис Светлов анонсировал и важное культурное событие, которое произойдет в августе в столице Беларуси. В Минске установят памятник Владимиру Мулявину, такой же, как в Екатеринбурге, на родине легендарного советского и белорусского музыканта.